Всем привет, добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня прекрасная погода, и мы будем готовить на улице барашка в казане. Это не рецепт какой-нибудь национальное блюдо, это чисто мое изобретение, поэтому смотрите, будет очень интересно. Ну что мы тут имеем? Вот две ляшечки молодой баранинки, потом овощи, помидоры, спаржа по-русски, по-моему, лук, паприка, зеленая, красная, морковочка. Молодой картофель на гарнир, чесночок, сынок еще тут пришел, показывает. И потом из приправ соль, чили, красная молотая паприка, черный перец и кориандр свежемолотый. Масло растительное немножко и соевый соус. И зелень, конечно же. Для начала нужно отделить мясо от костей. Таким вот образом. Итак, мясо от кости я отделил, теперь нарежем ее примерно вот на такие вот кусочки, которым рот радуется. Вот мы нарезали нашу баранинку, теперь раскаляем казанок и будем готовить дальше. Ну вот, ребят, разогреваем казанчик хорошенько. Наливаем масло, грамм 100. Много не надо, баранинка тоже жирная. Да и мы все на диете. Разогреваем хорошенько и добавляем наше мяско. И сейчас наша задача хорошенько мясо обжарить. Мясо обжарилось, теперь немножко его посолим. И закрываем крышкой, чтобы оно немножко потушилось. Итак, друзья, пока у нас мясо тушится, давайте нарежем овощей. Все нарезаем просто крупно. Лук полукольцами. Так, лучок мы нарезали. Нарезаем морковочку тоже так, крупными кусочками. Берем перец болгарский и тоже так крупненько нарезаем.